В ефірі студії «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні в гостях студії депутат Одеської районної ради, юрист Лада Рибалка. Вітаю вас. З 23 березня в Одесі почали діяти карантинні обмеження, передбачені червоною зоною. Тож сьогодні пропоную вести нашу розмову з приводу карантинних обмежень та як це вплине на подальший розвиток подій в регіоні. Тож давайте спершу поговоримо про заборони. Які заборони на сьогодні діють у червоній зоні карантину? Следует начать с того, что совсем на днях Министерство здравоохранения действительно отнесло Одесскую область к тем регионам, где наиболее опасная ситуация с ковидом. И Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям действительно приняла решение об отнесении нас в красную зону с 23 марта. И совсем вот недавно, вчера, наша городская комиссия такая же прозаседала и фактически подтвердила это решение Киева о том, чтобы ввести такой вот режим, и мы претерпели определенные более жесткие ограничения. А действительно, красная зона предполагает более жесткие карантинные меры по сравнению с оранжевой, где мы находились. Хотя и здесь наша местная власть немного смягчила некоторые положения. Ну, касаемо ограничений, естественно, в это время у нас 23 числа, с сегодняшнего дня, прекращается работа фитнес-клубов, спортзалов, кинотеатров, театров, торгово-развлекательных центров. Мы прекращаем все массовые культурные мероприятия и, естественно, религиозные обряды. Разновидности всех мероприятий, в общем-то. И, в принципе, если, допустим, вот я на практике знаю, у одесситов куплены билеты, скажем, на некоторые мероприятия, Одесса достаточно такой культурный город, да, у нас много чего проводится, то все это на практике остается зарезервировано, ничего не пропадает, а просто мы на определенное время откладываем все наши похождения, все визиты. Не будут также работать магазины, которые там заведуют непродовольственными товарами. У нас закрываются все заведения общепита, и работают они только на вынос и с службой доставки. Касаемо того, что может работать в это время, это, естественно, у нас продовольственные магазины, это аптеки, зоомагазины и ветаптеки, это те же салоны красоты по предварительной записи, конечно, это операторы почтовой связи и банковские финансовые учреждения. А касаемо транспорта, здесь есть некоторые вот смягчения со стороны городской власти. Если, к примеру, в красной зоне по постановлению Кабмина вообще может приостановить свою работу общественный транспорт, то вчерашним решением нашей городской комиссии было принято решение о том, чтобы он все же работал. Наши трамваи, троллейбусы, автобусы все еще работают, но запускают такое количество пассажиров, которое предполагает количество мест для сидения. И по моим личным наблюдениям сегодня вот в Одессе достаточно дисциплинированно начался этот процесс. То есть мы наблюдаем на остановках общественного транспорта, людей, которые выстраиваются в очереди. И, в принципе, ждут, когда и централизованно водитель запустит для, ну, на места для сидения. То есть пока что стычек, конфликтов мы в первый день этого карантина не наблюдаем. Хотя прогнозировать что-то тяжело, потому что мы помним год назад весной, сколько конфликтной ситуации возникало между теми пассажирами и водителями, когда их не пускали в транспорт, а на работу ехать нужно. Поэтому сейчас довольно-таки тяжело как-то спрогнозировать, как это протечет в этот раз, но пока процесс, в общем-то, идет. А по поводу транспорта, опять же, если мы берем легковые автомобили, то это не более 5 человек в салоне, включая водителя, не включая маленьких детей. То есть, ну, действительно, ограничения есть, но они не сказать, что настолько тотальные, чтобы нельзя было, допустим, выехать на работу, ту же самую и так далее. Як буде здійснюватись контроль за закладами харчування, розважальними центрами та іншими підприємствами, які підпадають під заборону? У нас действительно есть два органа, это Госпотребнадзор и наша национальная полиция, которые уполномочены привлекать к ответственности и налагать штрафы. В принципе, так у нас бывало в каждый период карантина. Бывали подпольные какие-то, да, заведения, которые в противовес всем нормам пытались работать, какие-то часы выделяли, да, на протяжении дня. И есть те, которые бастуют, но придерживаются, да, карантинных ограничений. Стоит напомнить, что у нас с января месяца заработал закон о масочном режиме, который обязывает уже привлекать к ответственности не только тех, кто заходит без масок, а и тех, кто впускают без масок. То есть масочный режим, естественно, никто не отменял на период карантина. Я напомню, что для тех, кто
не носят. Для них не такие большие штрафы, это 170-255 гривен. А вот для предпринимателей, которые, допустим, запускают в свои заведения без масок, это уже штрафы там от 3400 до 5100 гривен. Достаточно большие штрафы, которые, наверное, должны в том числе, по вашему вопросу, сдерживать этих субъектов хозяйствования, как-то как бы держать ситуацию под контролем. Не відходячи від теми, я спостерігаю тенденцію, що заклади харчування навчилися ще з минулих карантинів якось обходити обмеження. Тобто, наприклад, є заклади харчування в Одесі, які впускають своїх постійних клієнтів через чорний вхід, аргументуючи свої дії тим, що краще ми, якщо вже попадемося, так, заплатимо штраф, аніж будемо, але взагалі не будемо працювати. Скажімо так, панацея від цього немає. Это, на мой взгляд, как было, так и продолжится. Возможно, перечень заведений будет только меняться, да. Мне кажется, что сейчас действительно, если взять карантин этой весны, карантин весны прошедшего года, то государство более как-то, ну, пусть, конечно, это не компенсирует всех потерь, но более заботится о своих гражданах, хоть немного какие-то инструменты, механизмы уже начали прорабатывать, и мне кажется, это как минимум сократит перечень этих заведений, которые пойдут таким путем. Мне так кажется. Тем более, учитывая все потери, которые сейчас малый и средний бизнес несет, наверное, это слишком громко заявить, что мы лучше уплатим штраф. Никто сейчас не пожертвует даже такой суммой денег, мне кажется, учитывая и так большие потери на протяжении этого года. Потери в плане, что посетителей, естественно, в разы будет меньше. Никто не захочет платить такой штраф, и мне кажется, это, грубо говоря, так, знаете, пофраериться, что мы лучше заплатим. Немногие на это пойдут, я думаю, хотя такие случаи, естественно, не исключены. И что интересно, мы ведь даже не знаем срока, на который рассчитаны эти ограничения. У нас нет какой-то даты, дедлайна, когда он заканчивается, потому что по постановлению, опять же, Кабмина, когда мы преодолеваем какой-то порог, и у нас показатели предполагают уже не оранжевый, а красный уровень опасности – это вот заполняемость коек, рост заболеваемости, количество подтвержденных случаев. Мы на протяжении 48 часов должны зайти в эту красную зону, об этом принимается решение. Но когда мы оттуда выйдем, это можно спрогнозировать только по показателям. И когда наши показатели спадут, и будут предполагать уже отсутствие оснований для красной зоны и продержатся не менее 5 дней подряд, только тогда это будет уже решение о том, чтобы нас перевести с красной в оранжевую зону и смягчить карантин. То есть насколько, допустим, наш общественный транспорт работает в таком режиме будем, мы точно по датам не понимаем. Возможно, до конца апреля, конца мая, возможно, невозможно определить. Тем более там у нас грядут праздники и Пасха, и майские, и 9 мая, это дни, когда у нас скопления народа особенно, да, большие в городах. И, конечно, мне кажется, не ранее, чем, наверное, вот майские, 9 мая закончится этот режим, мне так кажется. Чи можливо якось передбачити певні обмеження, тобто, щоб будь-який бізнес працював, але, наприклад, до того ж закладу харчування будуть впускати обмежену кількість осіб? Ну, такие ограничения, они характерны для определенного режима, какого-то цвета зоны, скажем, да, вот оранжевая зона, масочный режим, допустим, те же спортзалы, там, человек на 10 метров, да, есть определенные ограничения, когда впускать можно до какого-то количества людей, и так мы жили по сей день, хотя, учитывая то, что мы находились сколько времени в оранжевой зоне, я бы не сказала, что в наших заведениях считали как-то посетителей и какие-то барьеры ставили, абсолютно нет. Сейчас красная зона не предполагает этого, этого нельзя делать. И это не только на уровне государственном установили, да, а местные власти как бы просто получили. Местные власти также собирают свои городские комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые тоже декларируют, что у нас это можно, а это нельзя. Вот, поэтому именно для этого режима это нельзя делать. И мне кажется, именно от этого и зависит и наше количество заболевших, именно от того, чтобы мы хоть немножко подержались. Тем более транспорт работает, на работу действительно добраться можно, это не критический карантинный режим, поэтому пару недель, месяц – это достаточно, чтобы заболеваемость снизилась, на мой взгляд. Також важливим є те, що, знову ж таки, більшість людей залишились без роботи, а за останнім дослідженням рівень безробіття в Україні становить 10%. Тобто держава замість того, щоб захистити своїх громадян, навпаки, залишає їх у безвихідному становищі. Чи все ж таки якось навпаки?
Ну вот, если послушать наших чиновников, там министр экономики недавно заявил, что на протяжении последнего года у нас очень хорошо был отработан якобы механизм возмещения каких-то убытков, компенсаций, и все эти программы, они спокойно будут использоваться и в этом году. Конечно, такие программы, может, и есть, но они, естественно, не могут компенсировать всех потерь граждан, которые работают, которые наемные работники, также и самих предпринимателей. Но действительно у нас есть сейчас закон 1071. Это закон, который предусматривает вот такие, скажем, элементы, да, поддержки государственной на 2020-2021 год. То есть сейчас это работает. У нас есть в этом законе три вида помощи. Три вида единоразовой материальной помощи, которые предоставляются как субъекту хозяйствования, так и рядовому сотруднику. Ну, к примеру, если действительно сотрудник терпит потери зарплаты, частично, да, теряет в своей зарплате, он может через веб-портал административных услуг обратиться с электронным заявлением, в котором указать свои данные, место работы, свой банковский счет и попросить такую помощь у государства. Она по этому закону предполагает разовую помощь размером 8 000 гривен. На этот банковский счет пенсионным фондом выплачивается. Хотя вот совсем на днях господин Милованов заявил, что эти суммы будут расти и с этих фиксированных перерастут в среднее по заработной плате в Украине. Хотя в этих источниках не упоминается никаких ни постановлений, ни указов, ни законов. На что ссылаться, пока непонятно. Также есть помощь для субъектов хозяйствования, которые вынуждены сокращать рабочее время своих сотрудников, отправлять их на удаленку, сокращать рабочий день. А в таком случае, если сотрудник обращается к такому работодателю за компенсацией, работодатель подает в службу занятости заявление о компенсации для такого сотрудника. Это, конечно, длительный процесс, надо надеяться на порядочность этого работодателя. Он может получить такую компенсацию не более 8 тысяч на одного сотрудника пропорционально рабочего времени. Есть еще третья компенсация, это по выплате ЕСВ. Мы можем обратиться в налоговый орган по месту нашего учета и получить компенсацию среднего значения уплаченного ЕСВ. В принципе, вот в декабре вот эти выплаты ФОПом, они сейчас всюду в СМИ употребляются как выплата ФОПом, 8 тысяч. Через додаток диеток, он да. Издействовался. А, в принципе, есть как прихильники, так и наоборот. Кто-то говорит, что это мало, кто-то говорит, что это вообще не работает, кто-то говорит, что спасибо и на этом. В принципе, это лучше, чем ничего. Естественно, понимая оборот малого-среднего бизнеса, да, их обычные обороты, получить единоразовую такую помощь, это действительно, наверное, очень мало. Но, как минимум, это хотя бы уже мы немножко на пути к тому, чтобы повернуться лицом к нашим гражданам. И сейчас, в 2021 году, все эти помощи будут действовать. Просто о них также нужно узнавать, нужно читать этот закон. В законе там есть разные исключения, нюансы, в законе 1071. Но я рекомендовала бы нашим вот одесситам действительно ознакомиться с тем, что можно получить. Просто нужно подать соответствующее заявление. И действительно, почему бы и не компенсировать хотя бы часть своих убытков. Ви як юрист, порадьте, будь ласка, підприємцям, особливо малому бізнесу, як себе захистити в карантинний період, або найпростіші кроки до отримання цієї компенсації, от, на ваш погляд? На мой взгляд, естественно, первое – это читать нормативную базу, которая это предполагает. Многие просто не вдаются в подробности. Многие работодатели, скажем так, отправляют целыми пачками, назовем это так, своих сотрудников на удаленку, заставляют, это такая распространенная практика, писать заявление об отпуске за свой счет, дабы сбережение заработной платни. Я бы этого делать не советовала, потому что это чревато просто бунтами. Да? Люди будут митинговать, страйковать, потому что это уже реально практически вот ровно год, как мы так живем. Я бы советовала всячески идти на уступки своему же наемному работнику, своим коллективам, своему штату сотрудников, и отправлять, например, на дистанционную ту же работу и сокращать рабочий день. В принципе, альтернатива этому, это, например, на мой взгляд, можно так сделать, ввести на своих предприятиях посменную работу, ну, назовем ее по дежурству, допустим, определенные сотрудники работают эти 3 дня в неделю, другие в остальные 3 дня в неделю, если 6-дневка, это можно все варьировать. Это, во-первых, и снизит наполняемость общественного транспорта, снизит эти очереди все на остановках, это и снизит наполняемость в самих кабинетах, да, мы знаем, многие кабинеты вмещают в себя вообще 100 человек, да, грубо говоря. И, в принципе, для самого сотрудника будет легче, и по оплате труда это будет легче для самого работодателя, для субъекта хозяйствования. По пути идти, типа лучше я уплачу штраф,
но там все равно буду продолжать работать, ну, ты ведь уплачиваешь штраф за каждый эпизод. Каждый зафиксированный эпизод чуть ли не за каждый день. Ну, наверное, это не совсем интересно, да, каждый день подвергаться, и над тобой будет давлеть этот штраф все время, пока карантин действует. А мы не знаем, когда это прекратится. Поэтому хотя бы я бы советовала 2-3 недели реально попробовать пожить в таком режиме. Мне кажется, действительно, заболеваемость должна снизиться, если люди подойдут к этому ответственно. Потому что вспомнить прошлогодний карантин. Не видела я нигде очередей на остановках. Люди бастовали, митинговали, обвиняли во всех смертных грехах несчастных этих водителей трамваев. В этом году уже как-то более все в ситуацию вошли, что ну, у каждого свое положение, у каждого свои какие-то предписания. Надо, наверное, войти в ситуацию друг друга, друг другу помочь, и это снизит вообще уровень вот этого вот напряжения социального. Его сейчас и так слишком много. И все ж таки, наостанок, як буде розвиватися ситуація з подорожами наших громадян за кордон, адже поки що Україна не закривала свої кордони. Проте сьогодні нардеп ухвалили законопроект, що тепер українець, повертаючись з-за кордону, має бути на самоізоляції 14 днів. Неважливо, повернувся він з країни зеленої зони чи червоної. Як ви ставитесь, як буде розвиватися подальший зовнішній туризм або внутрішній? Лично я бы, на мой субъективный взгляд, я бы ограничила, в принципе, поездки на вот это вот опасное время. Почему? Во-первых, риск того, чтобы остаться в той стране, куда ты приехал, а возможно, разное. И мы видели многие случаи, когда сотни тысяч людей, наших граждан, оставались там на границах, на польской, на такой, потому что вот, перекрыли въезд, а ты остался там. Это очень рискованное дело. Это, во-первых, я бы воздержалась от таких поездок, потому что ситуация нестабильная, и наличие вот этого зеленого билета, да, для провакцинированных людей, мне кажется, еще слишком мало времени прошло, чтобы считать это лекарством от всех бед. Это, во-первых. Во-вторых, касаемо самоизоляции, с этим я бы согласилась, потому что на своем примере знаю, когда твои коллеги приезжают с каких-то поездок, ты, возможно, в этом коллеге уверен, что он в маске ходил, но не можешь быть уверен там, на вот этом, на протяжении, да, доехать с аэропорта домой, что он мог не заболеть в это время, контактировать с кем-то. И, наверное, если люди воздержались бы от общения друг с другом какие-то 2 недели, то это бы еще снизило заболеваемость. Я поддерживаю эту самоизоляцию. Те, кто, конечно, этого не хотят, я бы не советовала ездить. В плане зеленого билета также многие сейчас, не доверяющие вакцине нашей, которая у нас сейчас распространяется, пытаются сделать, пытаются, в принципе, провакцинироваться только ради получения вот этой какой-то заветной карточки, да, пропускного билета за границу, чтобы просто, скажем, снять накал страстей и куда-то выехать. На мой взгляд, это тоже не совсем правильно. Вакцинироваться нужно тем, чему ты доверяешь, и не руководствоваться тем, что я хочу поехать отдохнуть, да, на туризм. Не совсем правильно. Я бы советовала воздержаться пока что и подождать перехода в оранжевую зону. Исключительно. Это пусть тоже опасно, но это хотя бы, знаете, мы сейчас находимся, вот наша область, Киев, это такие просто показатели того, не просто показатели самой худшей ситуации в стране, показатели просто такого тотального игнорирования всего, что происходило этот год. Где больше всего игнорировали? В Киеве и в Одесской области. И вот к чему это привело. У кого-то как бы все еще туда-сюда помягче, у нас опять через год то же самое, что было. Это показатель того, что люди за год не приловчились, не норовились и не захотели как-то, ну, взяться за голову, на мой взгляд. Вот я часть вины полагаю именно на население, которое в том числе и без масок ходит. Поэтому, думаю, с путешествиями повременить пару месяцев еще можно. Будемо чекати покращення ситуації і в Одеській області, і в країні в цілому, та й у світі. Дякую вам за бесіду. Нагадую, що в гостях студії була депутат Одеської районної ради, юрист Лада Рибалка. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь з репортером, будьте здорові та до нових зустрічей в ефірі.